В Кремле причастность к гибели Александра Литвиненко отрицают. Российский МИД счел прозвучавшие в Лондоне заявления политизированными. Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что процесс расследования был, цитата, «скрытым», а главной его целью была, цитата, «очернить Россию». В итоге наши предположения полностью оправдались. Процесс был непрозрачный, скрытый, засекреченный максимально. Ну и, конечно, максимально политизированный. Цель была одна, она была очевидна с самого начала – очернить Россию, очернить ее официальных представителей, ее руководство. Ключевые фигуранты дела о гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко свою причастность к его смерти отрицают, а выводы Лондона называют сфабрикованными. Бизнесмен Дмитрий Кофтон считает, что российскому следствию о смерти Литвиненко известно больше, чем британскому. Депутат от партии ЛДПР Андрей Луговой заявил, что это дело было выгодно только тем, кто заинтересован в ухудшении отношений с Россией. Публичного расследования, как такового, его не было. Все, о чем говорит британская Фемида и британские средства массовой информации о том, что это было публичное слушание, что это все открыто было, это ложь. Ложь, возмутительная ложь, я другого слова не могу найти. И если прежде только нас как-то больше касалось, меня и Кофтона, эта история, то в докладе, правда, со странными формулировками, возможно, вероятно, пытаются обвинить российское государство. На чем основано? Какие мотивы? Что было? Затрудняюсь ответить. Поэтому в угоду политическим интересам какой-то группы британского истеблишмента, которые заинтересованы в обострении отношений с Россией. Ну, а может быть, и в целом это было бы лишний раз выгодно и нашим друзьям за океаном.